После матча против Боснии и Герцеговины на наши вопросы согласились ответить болельщики сборной России. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы? Меня зовут Виктор, из Подмосковья. Андрей, Москва. Наталья, Подмосковье, город Домодедово. Тамара, Москва. Вы в первый раз присутствовали на таком футбольном празднике? На самом деле, действительно, для нас оказалось неожиданностью, что мы отдыхающие здесь, и буквально на днях узнали о том, что здесь такое состоится мероприятие. Поэтому мы вообще настолько с радостью принимали в этом участие, и когда мы столько много туристов сплотились, мы перед этим, в общем-то, там разучивали какие-то кричалки и так далее. В общем, готовились к этому мероприятию, хотели, и, в общем-то, у нас получилось достойно показать нашу страну вот на этом на данном чемпионате. Ну, ребят, немножко. Ну, я думаю, что у них все будет хорошо. Ребята, вперед! Россия! Ура! Что у вас с голосом? Я очень сильно поддерживал нашу команду, потому что также был не сразу мы все узнали о том, что состоится мероприятие такого масштаба. На таком мероприятии, в принципе, впервые мы очень рады тем, что мы можем поддержать нашу сборную на чемпионате такого уровня. И вот, собственно, голос у меня сел из-за того, что мы очень активно поддерживали наших футболистов, желаем им дальнейших побед и победы, в принципе, в чемпионате. Наверное, непривычно было видеть футбол не в классическом формате 11 на 11, а вот в таком 6 на 6. Что можете сказать? Я считаю, что плохая лошадь с галопа начинает. Наши все равно выиграют и будут чемпионы мира. Ну и поделитесь напоследок эмоциями еще раз от увиденного. На самом деле я считаю, что обе команды хорошо сыграли. И наши ребята молодцы, и команда Боснии и Герцеговины тоже сыграли хорошо. Но это всего лишь игра. Нам очень понравилось. Мы очень активно болели. И многие из нас открыли в себе болельщиков, потому что многие из нас впервые попали на чемпионат по футболу. И на самом деле это очень захватывающе, действительно очень сплочает. И желаю победы России в следующей игре. Спасибо вам огромное. Приходите на следующий матч и болейте за сборную России. Россия! 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 Россия!